Перед началом оперативного совещания глава городского округа Щелково Алексей Валов по традиции вручил областные и муниципальные награды. Благодарственного письма губернатору удостоен замглавы администрации Юрий Родионов. Грамоты главы получили его коллеги Евгений Петеримов и Никита Никулин. Отмечены также руководители управления по ЖКХ и благоустройству и коллектив предприятия «Валента Фарм». Центральный совет Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил представил к награде главу нашего муниципалитета. Алексею Валову вручили медаль «Почетный ветеран вооруженных сил». Как отметил председатель областного отделения организации Владимир Равеев, в Московской области всего 8 награжденных этим знаком. Приятную новость сообщил глава, открывая совещание. В нашем перинатальном центре родился 6-тысячный ребенок, девочка Варвара. С ее рождением семья стала многодетной. Я их обрадовал тем, что у нас есть возможность предоставить им, как многодетным родителям, земельный участок. И папа уже мне как бы в контакт написал, что они уже теперь ждут. Поэтому спасибо, Владимир Николаевич, срочно рассмотреть. Не так часто на оперативных совещаниях заслушивается исполнение бюджета. Начальник финансового управления Александр Фрыгин рассказал о текущей ситуации. План по доходам выполнен на 91% к плану первого квартала и на 20% к плану года. Напомним, в этом году бюджеты пока исполняются по каждому поселению отдельно. Есть явный лидер. Трубино. Рост по сравнению с прошлым годом почти 200% за счет уплаты земельного налога предприятиям банкротов Новолитвинова. Имеющиеся на счете средства позволяют в полном объеме покрыть расходные обязательства и направить дополнительные деньги, очень большие остатки имелись на 1 января, на дополнительные расходы. В целом, по словам Александра Фрыгина, по налоговым доходам динамика положительная, по неналоговым исполнение плана отстает, с отстающими плательщиками проводится работа. Городской округ Щелково готовится к весенне-летнему сезону. В частности, уже 30 марта стартует месячник по благоустройству территории, в рамках которого пройдет несколько субботников, а также утвержден план дорожно-ремонтных работ. Муниципальные субботники в городском округе назначены на 6 и 12 апреля. 20 апреля пройдет областной. На всех мероприятиях, конечно, ждут активных жителей. Запланированы выполнение следующей работы. Это приведение в порядок фасадов зданий, приведение в порядок объектов наружной рекламы, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов и памятников, также блока цветного мусора. Разыгран контракт на ремонт муниципальных дорог с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области. Работы будут проводиться с 15 мая по 1 сентября. В план вошли 34 дороги, общая протяженность участков 20,5 километров, площадь 160 тысяч квадратных метров. Городское население Щелково 9 дорог, общая протяженность 4,7 километра и площадь 38 276 метров квадратных. По сельским и городским поселениям городского округа 25. Также, по сообщению заместителя главы администрации Никиты Никулина, начинается благоустройство территорий вдоль вылетных магистралей Щелковского и Горьковского шоссе. Ирина Микеда, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».